Ага, солнышко. Утро хорошее. У меня утро началось с подарка. Началось. Я уже знаю, что там. Я сестре в разговоре как-то проговорилась. А я послушал. А она Андрюше сдала. Не, я подслушал. Ты подслушал, да? Я ей сказала, что для Васильича нужен кубикорез. А честно скажу, я не подслушал. А знаешь что? Мы с тобой общались, и ты сказала... Да. Нет, не так было. Это я сбрехала вам. Не так было. Это я Андрюше сказала... Да. Не говори. Это я Андрюше сказала, что следующий подарок, если ты надумаешь мне делать... Дню рождения. Ты просила, дню рождения да. просила, ты да? Ты даже просила к дню рождения. Ну, это что-то я уже не помню. Я не мог удержаться. Да. Теперь я салаты буду делать по щелчку в 3.15. Спасибо, Зай. Но это когда будет много гостей, там, да. свадьба, день да. рождения. Свадьба, день рождения. Да. Ага. Сейчас мы его вытащим. Будем обмывать за инструкцию, да? Да. Как положено. Как положено. За каждую страничку инструкции. Обязательно. Как Максик, кто да? Ой, как они упакованы. Это вообще прям... Враг не пройдет. А по-другому никак. Ух ты ж. Вот эта штучка. Давит, наверное, толкатель. Ага. Еще один толкатель. Вставляется в одно место. А, все, я знаю куда, сейчас покажу, куда он вставляется. В одно место. Не в то, которое, Андрюша, ты подумал. Ух ты ж, какие можно шинковать, наверное, а нет. Опа. А что он так, я думал, капусточку можно шинковать. Он кубиками режет. Вот, нож идет. Ну да. Вот сюда он вставляется. Вот сюда. И что, горизонтально? Да. Давай. Ну-ка. Нет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Читаем инструкцию. Сейчас переходник должен быть. Ой, чуть не уронил. Точно. Все, разобрались. Переходник. Там еще переходник есть. Голова. Да, потому что это вниз, а здесь должно отсюда подключаться. Голова у меня, да, Муля? Ой, не говори. Работает. Ой, не говори. Что-то значит она. Ну-ка, вот она. Там вон какая система. Ножи, видите, где? Ё-моё. Ну-ка. Вот так вот. Так это вот. Сюда. Это вот как. О! Да. О, круто. Отлично. Опа. Круто. Так. Во! Все получилось. И сюда должно лететь, да? Да. А вот он ножичек. А тут ножи, я показала. Вот они ножи. И тут нож. И тут ножик. А, вот эту верхнюю показывала? Да. Покажу без еще. Ножа. Вот она. Вот сеточка. Они. Квадратные. Ну это где-то сантиметр. Полсантиметра на сантиметр. Они продольные такие,
Квадратные будут или квадратные? Сантиметр на сантиметр. А, точно, даже где-то 8 миллиметров. Видите? Видишь, как с переходничком. Опа, а что-то у тебя тут криво. Так, нет, ты сейчас вот эту попадешь. Да. Да. Все. Ну, не, давай, кутаски. Что-то я тут... Дай-ка, вот так вот должно быть. А, сначала вот тут это, ставишь, да, а потом вот тут ставишь. Тут замочек есть. Все, понято. И замочка нету. Понято. А тут на ощупь, как о, получится. О, отлично. Ну-ка, пальцы. А, это знаете для чего? Это потом, когда моешь, видать, продавить, где ножи, да, чтобы выскочило. Останется. Да. Вот мы, да. Мы и на... это вот так, опа. Мы настоящие русские. Сначала делаем, а потом делаем, читаем инструкцию, а потом... когда сломали. Когда сломали. Точно. Это настоящие русские. Вот эта вещь. Это вообще класс. Не знаю. Класс. Вот тут так раз. Да. Тащи что-нибудь. Да ладно, шучу. Давай. Картошку думаешь? Да, ну сырую картошку. Так она грязная будет. Зачем тебе? Я же ее помыла. Я ее почищу сейчас. Почистишь даже? Да. А ну-ка давай, попробуем. В общем, не терпится. Сейчас я почищу картошку. Ну, нечем заняться. И мы сейчас сделаем. Нечем ну-ка. Заняться. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Она, ну да, пролезет. А так какая должна разница? Ну, помою и помою. Ну, интересно же. Конечно. Мне тоже очень интересно. Сейчас, как она будет включаться. Сзади и... включи Васильича. Васильич. Чтобы он подумал немножко. Опа. Угу. Что-то не гудит. Он должен так... Нет, он не должен. Разговаривать. Он не должен. Он тихо, молчаливый? Да. Ну-ка еще тут какие-то эти... Он молчаливый. О. Так. И так вот, и так. Давай. Сейчас в разные стороны вылетит. Ну. А ну-ка чашку, правда. Ты вот да, молодец, ты всегда дельные советы даешь. И чё? Сейчас все будет, подожди. Так, на минимальный. Ага. Все, выключай. Я даже не давил. Он там остался. Одной картошки мало. Съел. Съел. Он голодный. Ты его давно кормила? Вообще нет. Вот знаете, как говорят, это стиральная машинка носки ест. У нас так Васильич картошку съел. Не, это что-то перерасход получается. Это, почему? Ну, представляешь, вот, чтобы заготовить салат какой-нибудь, нужно сначала, как бы сказать, накормить. Васильича? Да, Васильича. Ага. Петр Васильевич, да? Петра Васильевича. А, Петра да? Васильевича. Ну-ка, вытаскивай. Накормить. Может, даже вот так, давай, вот так вот. Пройдет? Да пройдет, давай. Она сквозная. Я уже там... Ты уже давай. Знаешь? Конечно. Так. Давай. Включай. Медленно. О, о, пошла. Все нормально. Ну, короче, две картошки, пол картошки он выдал. Так он потом выдаст? Один к трем выход получается. Где-то подворовывает. У нас все получилось. Где-то он подворовывает. У нас все получилось. Ну, прикольные кубики. Ну-ка, дай-ка сейчас ручку. Вот. С двух картошек получилась у нас вот такая горсточка. Ну, что сделаешь. Зато кубики такие вот они. Кубики. Ну, что ты вот, Андрюша? Ну... Хороший, экономный. Я всего всегда, одну картошку съел. Я всегда говорю. Вон оно все. Я всегда говорю, что... Стой. Ну, вон оно. Ну, тут еще, конечно, спрятано. Вон. Вот это ж вытащить все. Где все это? Нормально. Где твоя ковырялка? Ковырялка вон она. Ну-ка давай ковырялкой продавливай. Продавлим. Тут рисунок, ага. Тихо. Что не туда там? Ставишь. Куда я? Не туда. Все туды. Вот сейчас туды. Может ну, быть. Ну, да. Все. А ну-ка. О, ну? Все равно придет. Тихо! Они очень острые, ничего страшного. Чем будешь промывать? Все это я сделаю аккуратно. Давай. Все получилось у нас. Тогда что? В общем. Поздравляю тебя. Спасибо, Даюша. В общем, подарок мне нужный.
Игрушка, игрушка Леночки, да? Да. В детстве мало было игрушек таких. Да. Все, все, до конца уже. Ну думаю. Да, да, оно все встало. В общем, вот так. Вот так, вот так. О, пальчик даже раз отсюда раз, да. Вытащил. Все тут на месте. Всех девочек с наступающим 8 марта, да, в общем. Да, да, от нас. И от, тут да. Самое главное, что есть такие кусочки. Вот а это такие... даже при резке ножом такие кусочки возникают. Я делаю. Даже нету таких кусочков. Он придирается. Он придирается. Ну, теперь салаты готовить будет.